Отже, радий представити нашого ранкового гостя Сергій Пельник у нас в гостях, перший заступник голови громадської ради з питання розвитку туризму при департаменті економіки Миколаївської міської ради. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. Отже, я так розумію, що цьогоріч миколаївці будуть шоковані величезною кількістю заходів, тому що розпочинаючи із 9 вересня до 16-го, різні організації, громадські, державні, всі готують різноманітні святкові програми. Ви на 9-те, ви, скажімо так, будете першими, хто буде дивувати. О котрій годині і, звичайно ж, по локаціям, де це буде відбуватися і що саме? Ну, доброго дня всім телезрителям. Хочу вам сказати, що вийшлося, як у нас кожну вторую суботу день міста. Ну, в зв'язку там з об'єктивними причинами, це дія перенесли на 15 число, ну, а день міста-то залишився. І от нова, молода, тільки створена туристична рада при департаменті економіки Миколаївської міської ради, ну, прийняли рішення прийти і запропонувати. Що саме запропонувати? Дійство, ну, взагалі всі ми розуміємо, що Миколаїв – це город на воді. Його з трьох сторон окружає вода. У нас кожну, практично кожні вихідні проходить регата. Тобто парусна регата, люди зібрались, провели торжественне відкриття регати, стартанула регата і ушла. А люди залишились на набережній, а далі що? Тобто от це дійство вначале хотіли провести в обласному яхт-клубі, але потім, коли почали локації определяти, то у нас вийшло, що Нижня набережна, ну, хоча б для початку, щоб показати, що Миколаїв, затем ми це все включимо, звісно, в програму розвитку туризму на 3 роки будемо працювати з депутатами, щоб це Миколаїв більш був привабливий. Тому у нас буде 9 числа Миколаїв River Fest. Ми назвали цей праздник Миколаїв українським River Fest. Це по-англійськи написали. Для чого? Для того, щоб вже в перспективі заложити те, що цей праздник фестиваль і Миколаїв, цей фестиваль, це вийти на міжнародний рівень. Зараз ми просто как бы, показуємо те, що є. Пілотний варіант, скажімо так, те, що успіли. Вот, да? Да, ми буквально з 28 числа були на совещанні по проведенню. Ну, в цьому році все як-то вжате, сроки дуже вжате. Так, да, ну тут як-то воно все, да, вийшло в цьому році, але всі з воодушевлением в эту работу включились и нам предложили согласовать эти вопросы с профильными управлениями. Хочу сказать, что исполняющий обязанности управления физкультуры и спорта Мандзюк Наталья Ивановна, она так живо к этому делу подключилась, включила все, что есть у них. Все это абсолютно понятно, что денег нету в бюджете, никто на это деньги не тратит. То есть это все общественные организации начали работать на городские, да, с городскими властями. И оно как-то получилось, и оно пошло. Подключились сразу и спонсоры, то есть люди, которые понимают о том, что надо развивать Николаев, которые являются патриотами нашего города, у которого там большое историческое прошлое. И, ну и которые самое главное понимают, наши власти никак не могут это понять, ни украинские, ни николаевские, что людям нужно праздник все-таки давать, потому что если только серые будни, то можно с ума сойти. Я так понимаю, что регата это будет только частью, будет еще до регаты теперь какое-то развлекательное, скажем так, действие. Нет? Ну, получилось как, регату перенесли на 15 число, а получилось... А что... вы остались, и теперь надо заполнять нет, полностью, да? А все? Мы дальше, да, дальше начали развиваться. Ну, давайте по локациям. Да. Первое, что в 9 часов на углу Соборный проспект Центральный, как говорим, возле сотки, в простонародье, будет стоять электробусы, то есть артель ЛТД в лице Иванова закупила два электробуса пробных. Мы обратились к городским властям, к нам, мы это поддержали. И как презентация, что прогулочные электробусы, которые вот новые, они начнут работать вот с 9:00. Там будет экскурсоводы, опять же мы пригласили институты, которые культуры и искусство, и они тоже подключаются к этому и будут проводить интересные экскурсии, потому что пока будет двигаться электробус, экскурсовод будет рассказывать. Подключился молодежный театр, который будет, там мимы будут выступать. Тоже работать, да? Да. Потом один автобус будет отходить от этой точки, вторая точка Каштановый сквер, от Каштанового сквера второй электробус они будут
курсировать, да. Ну, скорость нам ограничили 5 км в час, то есть небольшая Но скорость. Ну, как раз для того, чтобы услышать хорошо экскурсию. Конечно, конечно. И понять, где же мы находимся. То все же привыкли так, а никто же с другой стороны не посмотрел, так сказать, как Николаев. Какой он был, что есть, что в принципе будет дальше. Вот как раз по этим электробусам. Интересна их дальнейшая судьба. Уже они будут для города или как потом? Затем дальше по электробусам туристический маршрут расширить планируется. То есть закольцевать улицу Лягина и Фалеевскую. И чтобы они закольцевать возили туристов, ну то есть брали туристов. Ну, у нас турист приезжает, он куда хочет? В центр города. Центр пересечения Соборный, проспект Центральный. Там встречает электробус, который, если человек покупает билет там со скидкой 10% на катание на катамаранах Елена и Любовь Иванова, то есть сразу экскурсия, пока их туда везут, смотрят город. А это для них бесплатно, то есть на электробусе. И пока они осматривают центральную нашу часть историческую города, затем их вниз на Нижнюю набережную, где там уже к причальной стенке, и сразу сходят и смотрят уже город со стороны воды. То есть такой вот продукт. То есть 9 часов нужно успеть быть возле сотки, так скажем, да, для того, чтобы попасть на эту экскурсию. Что еще готовится, кроме экскурсии, кроме этого электробусов этих? Значит, в 10 часов у нас на верхней набережной начнется действие, там будут выступать творческие спортивные коллективы, театралы, ветеранские организации, то есть будет сверху действие, которое будет горожан также приглашать вниз на нижнюю набережную. На нижней набережной будет развернута выставка. На самом деле, «Артель» этот ЛТД выпускает столько продукции, что я даже не думал, никто не представлял. И связанные с навоздушной подушкой, и у них разработки электрокатера, и мини-экскаваторы, и станки щитков. Ну, то есть, будет, скажем так, еще одно подтверждение, что Николаеву можно быть, скажем так, водным городом. Конечно, конечно. Кроме того, в 10 это дальше, что у нас еще по программе? Значит, примерно в 11:30, но это сегодня совещание уже окончательно будет, определим сроки, будет установлен возле школы юных моряков подиум, будет торжественное открытие. Как оно торжественно, это все впервые в Николаеве, как оно изюминку я сейчас рассказывать не буду. Торжественное открытие, и в 12 само начнется действие, само водного праздника. Это водный праздник будет проходить примерно от полутора до двух часов. В это время будут на Нижней набережной работать другие локации. Затем, когда скажу сразу, что мы вышли на командующего военно-морских сил Украины, он нас поддержал, и придут военные катера. То есть, ну почему катера? Потому что мосты не разводить, ну, не нарушать. Поэтому они тоже будут. Они как бы завершают и становятся на рейде у нас на Нижней набережной. Когда заканчивается, заходят уже, когда освобождается наша акватория, начинается дальше экскурсия. То есть нас попросил областной яхт-клуб, ну не сам областной, а именно который НКИ, как мы привыкли назвать. А как же ж мы? Говорю, ну будут ходить, потом пойдут экскурсии, и вы будете проходить мимо яхт-клуба. Что у нас легендарного в яхт-клубе? Понятно, здание, набережная и легендарный икар. Я говорю, вы видите икар, ну хотя бы, чтобы его видно было. Флаги рассвечены на яхтах, да, да, чтобы все это видели и понимали, что вот, вот эта легендарная яхта, вот эти люди, мы их привлекаем для этого водного праздника. Что ж мы забываем? Вы же видите, что на прошлой неделе наши гребцы-академички заняли на Европе второе место. У нас очень прекрасно выступили паралимпийцы. То есть у нас очень много этих видов спорта. У нас еще впереди развитие, скажем так, экстремальных видов спорта. Создание вот этих федераций. Одни есть, другие нет. То есть сейчас правила нахождения на воде, безопасности. Это же мы все понимаем, в первую очередь ставим вопросы безопасности. И чтобы оно все это состыковалось, и что люди со всеми мы переговорили, все уже понимают, что кто, чего, как. И все предложения мы учли, ну и будет работать, скажем так, как свободная площадка. То есть, кто хочет что показать, пожалуйста, приходите, связывайтесь с оргкомитетами, и, пожалуйста, будем... Есть возможность еще поздравить горожан, а еще и своим творчеством. Вот так, друзья, есть такая возможность у вас 9 числа, начиная с 9 утра, встречаемся возле сотки, все вместе, я думаю, места хватит всем, а
начинаем с экскурсии и продолжаем уже действие возле воды. У вас будет возможность увидеть такой мини-водный парад. Да, вот, друзья, все остальные секреты не рассказывают, но я думаю, что будет интересно, тем более, что такой праздник на воде еще не было в Украине и в Николаеве. Тем более, поэтому приходите, посмотрите на эксклюзив.